Один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Свободу политики. Значит, более того, вот то, что записано, не записано, продемонстрируется все равно. Раз, два, три. За вашу и нашу свободу. За вашу и нашу свободу. Мы прежде всего отстаиваем наши идеалы на этом пикете. Коротко, ясно и лаконично. Самый лучший плакат. Я прошу чуть-чуть полшага вправо. Мероприятие в форме пикета посвящено оно протесту против политических убийств, против политического террора в России. Оно приурочено к второй годовщине убийства политика Бориса Немцова, но мы не ограничиваемся темой только убийства данного человека. Человека убили в 50 метрах от Кремля, застрелили в спину, и меня это не удивило нисколько. Отсканировали старые фотографии, наоборот. Мы не живем! Нет, вы в Гуланде живете! Я не знаю. Я не шагнился! Молодой человек! Молодой человек! Молодой человек! Молодой человек! Шапочки! Уважаемые сотрудники полиции, я прошу вот этого молодого человека отстранить от... Снимай. Поскольку он мешает... Потому что я не брит, это не значит, что это нарушает... Как вы можете сравнивать? О чем вопрос? Что ты делал? Я провокатор. Я просто проходил мимо. Ты дурак шел. Почему наша страна была? Вы мне объясните, почему наша страна была? Вот, смотрите, солнце мое взглянило меня. Но вы их защищаете. Чего защищаете? Вы их сейчас защищаете. Почему? Проведи свой пикет и скажи, что ты хочешь сказать. Нет политического террора в России. Нет политического террора в России. Нет политического террора в России. Как символ нашей солидарности и как надежду на позитивные изменения в нашей стране в ближайшее будущее. Раз, два, три. Ура!